Так, сдам. Hello. It's a co-main event fight. It's a big opportunity. Is that something that's been on your mind as you've trained for this one? Да, со главное событие у меня. Я не готовился к этому, но я не знал, но я готов, потому что у меня есть опыт выступления в главных боях тоже, поэтому на меня это никак не давит, наоборот, даже мотивирует меня. Поэтому никакого давления. He didn't thought that he will get co-main event, but he's ready, no pressure, and he will show a very good fight, because he already fought in many events in other organizations, and he's ready. He's had fought in other events, but it's exciting, right? Because as co-main event, there's going to be more eyes on him. So does he feel he can make a statement with a big win on Saturday? Ну, как бы не было, будет много внимания, соответственно, потому что co-main event, и ты можешь заявить хорошо себе, ты об этом знаешь? Да, естественно, на меня будет многие обращать внимание, в том числе люди, оппоненты моего дивизиона. Наоборот, это меня мотивирует. Но это наоборот мотивирует, потому что для меня у меня есть шанс заявить о себе, громко заявить о себе. Поэтому только хороший положительный настрой у меня на этот бой. That's very good for him. He is ready for that. And he knows that everyone will see this fight. And he is ready to show good fight. And he will do make a good statement that he's here. What does he know about his opponent? Has he seen much of him before? And if he does, what is he expecting his opponent to do in the cage on Saturday? Что ты знаешь о своем оппоненте? Ты видел ли его до этого и что ты от него ждешь? Да, я знаю своего оппонента, его хорошие стороны, слабые стороны тоже знаю. Поэтому я готовился, я уже месяца два, может даже и больше, я готовился на него. Поэтому я знаю, что он будет делать, как он будет вести бой. Я знаю, где ему неудобно, некомфортно тоже, поэтому я его досконально изучил и должен придерживаться своему плану на протяжении всего боя. Yes, he knows him. He knows his good sides. Also, he knows his bad sides. He knows where he don't feel good, and he will use that. And he's sure that fight will be very interesting. So, can he give us a prediction, knowing his opponent so well? Can he tell us how he wins on Saturday? Но если ты знаешь так хорошо своего оппонента, как ты думаешь, как бой пройдет? Бой пройдет так, как я захочу. Потому что я хочу первый раунд провести в стойке. Вот. А потом уже в втором раунде я продышусь хорошенько. Я уже в втором раунде буду уже искать финиш. Будет в стойке, будет в партере, будет добивание, grand pound. Буду искать финиш в втором раунде. Yes, he thinks that he will work first round, try to strike, and second round he will try to finish him. Thank you. Thank you. After the contender's victory, you know, it's been, it looks like, what, 6 months since, what have you been doing in that time off, and were you hoping to have your debut sooner? Вот, например, у тебя 6 месяцев назад был Contender Series, и 6 месяцев. Что ты делал в это время? Я работал над физическими данными, работал больше, оттачивал ударную технику, поэтому борьбу тоже я не забывал, поэтому я готов показать в стойке и в борьбе. He was working his conditioning training, striking, also he didn't forget about his grappling, wrestling. And he's ready now to show everything. Any nerves or extra pressure or extra excitement to finally get that official debut? Нервничаешь, можешь ощущать давление или какое-то возбуждение, когда готовишься к бою сейчас? Нету никакого ничего, потому что я достаточно опытный боец. В общем, я готов. Я наоборот получаю удовольствие от этого внимания. Это то, что я хотел, то, что к чему я стремлюсь. Вот. В общем, в этом бою я заявлю о себе хорошо. He is ready. He have big experience and he doesn't feel pressure at all. And this fight he will make a big statement. Awesome. Best of luck. Thank you. Удачи.